когда я была любимой женой Абдулы, вы каждый день его видели. И даже каждый день он кого-то бил. Наш муж забыл нас, еще нас не узнав. И как его понять, ведь мы не так уж плохи. А может быть, Гюльчатай плохо его ласкает? Или ему не нравится, как она одета? А может... Чего? Тебе который год? Ты-то оставь, дочка. А может, и впрямь тебя замуж отдать? Женю на тебе Петруху законным браком. Парень он холостой, увезет тебя к матери своей, а? Я твоя жена. Моя жена дома. А разве ты не можешь сказать, что Гюльчатай твоя любимая жена? Разве она обидится? Обидится. Сколько раз тебе объяснять? Нам полагается только одна жена, понятно? Одна. Ну разве плохо? Одну тебя любит муж, одной тебе презенты дарит, заботится, бережет. Плохо? Хорошо. Ну вот. Одна жена любит. Одна одежду шьет, одна пищу варит, одна детей кормит. И все одна. Ничего не попишешь. Тяжело. Конечно, тяжело. Ладно, ладно, спокойной ночи. Завтра поговорим.